Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Наконец-то мы нашли кухню в хофф, где есть и встраиваемая посудомоечная машина, и встраиваемый холодильник. Тут даже свечи есть, и даже электрический духовой шкаф. На самом деле, как это ни звучало бы, но именно в хофф почему-то они предлагают все свои варианты кухонь без вот этих вот аксессуаров. Но не аксессуаров, без этой бытовой техники. То есть для них холодильник и посудомоечная машина должны стоять отдельно. Так, сейчас я смотрю на кухню Николь. Здесь тоже есть встраиваемая посудомоечная машина, но нет холодильника. А вот на этом есть. Тут у нас холодильник. Это сиена мята. Цвет тоже такой, да, интересный. А вот здесь вот посудомоечная машина. Итак, кухня Сиена. Стандартная комплектация от 90 тысяч стартует. И потом цена только растет, стоимость повышается. Здесь как-то их выставили не очень-то в красивом цвете, но тем не менее приятный цвет. Мятный, плюс идет столешница по дереву, ручки идет как затертые, как бронза. Ручки можно поменять. А столешница, цена вопроса идет за 6500, это под кедр, но это ДСП. Цвет, называется кедр, цвет дуб. Вообще нормально замутили, она не сильно толстая, но кажется, что не должна рассыпаться или расклеиться. Хотя сейчас вообще нет ничего однозначного. Все под вопросом. Все надо только проверять. Далее, стеновая панель кедра 6000 рублей. Это вот данный вариант. Но вот даже, смотрите, в магазине, где нет доступа к влаге, она уже почему-то пошла волнами. Мне кажется, это нехороший знак. Так, цена 6000 рублей за размер 305 на 60 на 0,4. Смеситель плюс мойка, все в черном цвете. Мойка 8200, глубокая мойка, правильная форма. Возможно, немножко маленькая. Размеры 46,5 на 50,5 на 21. Смеситель 10, короче, 11 тысяч рублей. Тут я смотрю, и душек, да, переключаешь так. В общем, система непростая. Далее. Тут неинтересно. А вот тут уже интересно, это Маунфилд, посудомоечная машина 38300. Ну-ка, хлопнет, нет? Еще и не хлопает, славьте господи. 38300, это не большой вариант. Так, это все Китай. Всю технику можно посмотреть отдельно, кстати, в этом же хофе. А ручки ничего. А тут что? А тут ничего. Интересно. То есть эта кухня не просто со встраиваемой техникой, но еще с чудо-дверью, которая не открывается. Сюрприз будет, да? Просто оказалось, ручку не прикрепили. Каркасы белые. Каркасы белые. Практически не хлопает. Здесь как бы не то, что навесной вариант. Здесь целая панель из пеналов. Как еще по-другому назвать, я не знаю. То есть тоже каркас, каркасы. Встраиваем микроволновая печь. Здесь пенал. Для хранения очень много места. Ну и верхний тоже, я их просто не открою. Ага, уже скол имеется. Вот так вот. Да, может быть, в хоффе все и красиво, и есть выбор. Но иногда посмотришь на их сборку, на качество каких-либо деталей, думаешь, а может, все-таки не хофф? Ну да. Опачки. Да. А вот и холодильник. Вот. Сам холодильник 67 тысяч получается. МБФ, размеры 54 на 176,9 на 55. А плюс класс потребления, цвет белая, система Defrost. Defrost. И внизу морозильная камера, да? Духовой шкаф 34999. И как раз напротив тут была мята, а здесь белый цвет. И опять идет столешница под камень.
Стеновая панель тоже под камень. Это Николь. Стандартная комплектация начинается от 88,5. И, соответственно, вверх уходит. Например, 9 квадратов вам обойдется в 122 тысячи примерно, плюс-минус. Ну, скорее всего, будет плюс. Минус у нас редко когда бывает. Так, посмотрим. Что увидим, что не увидим. Столешница 10900, стеновая панель 3900. Да, они абсолютно одинаковые. Здесь мой любимый вариант дверей, когда сразу же и ручка, и дверь два в одном. Очень мне нравится этот скрытый вариант. Не видно ничего лишнего. Также белое с под деревом комбо, это тоже выигрышный вариант, всегда дорого-богато смотрится. Да, здесь тоже вот встраиваем, это техника Lex. 45 сантиметров сейчас скидка, 29 600 получается. Это я про посудомоечную машину. Там тоже есть дополнительное место. Здесь выдвижные варианты. Опачки. Опачки. И опачки. Тоже много поместится. Большая кухня. Нижний вариант он буквой Г, угловой. И навесной вариант только на одной стене. Идет отметка 238. Практически тоже, да, под потолок. Доводчики бесшумные. Мне кажется, с такими ценами скоро будут все заказывать. Чисто как там выпил, распил, как это правильно, и собирать сами. И полки сами, и ящики сами, все сами. Ну и отдельно вот эти вот, получается, фасады выбираешь и сам делаешь кухню. Но такого руки, конечно, из нужного места растут. Открывайся. Все комплектующие, все также можно купить отдельно. Тоже фишечка этой кухни, что здесь, видите, как бы внутри полка получается. Если красиво ее обставить, то очень даже будет замечательно и симпатично. Мойка. И смесители в таком бежевом цвете. Мойка 7200, смеситель 8500. На обе две эти кухни поместили вот такой вот светильник. 7800, сейчас он где-то по акции, люстра. Отдел свет, это внизу в данном магазине можно посмотреть и прикупить. Аж 40% скидка. И вот такой вот стол, он раздвижной, 15 тысяч рублей. Белое подстолье, а и столешница у него под дерево идет. Плюс 2 стула мягких по 6 тысяч рублей. Что касается размеров. 120 в раздвижном варианте, 200 на 75,7 и на 80. Стол престон. Или престон, престон. Вот две эти кухни. Какая больше понравилась? А может, даже у кого-то и есть. Все это правильно называется. Николь, Магнолия, Дуб, Даллас, Трюфель. О как. Или Мята. Сиена. Напротив еще одна интересная кухня. Она не меняется. Эта кухня Джулия меняется здесь. Только аксессуары к этой кухне. Например, сейчас выставили вот такие стулья и стол в таком классическом виде. Ой, стулья какие-то как пожившие. Хотя цена просто 9000 рублей. Или это специально так? Это, видимо, специально под старину потертости. Слава тебе, Господи. Эмилия называется. Массив бука идет. Смотрите, лучше прочитать. Максимальная нагрузка 100. Размеры можно зафиксировать. Но нет, просто ткань. Я думала, напишут ткань. А цвет серо-серебристый, белый, серебряный. Патины. Господи, сейчас опять неправильно прочитаю. И все. Стулья, кстати, сами очень тяжелые, очень такие увесистые. Стол тоже, который раздвигается. Стол овальный, стол массивный. Цена 40 тысяч рублей. Цвет белый.
Но все остальное на кухне практически не меняется. То, что такой классический вариант, это Джулия. Стандартная комплектация стартует от 106 тысяч и уходит до бесконечности. Все согласно вашим размерам. Сейчас акция на коллекцию Джулия аж 25% скидка. Здесь интересная комбо белая и темная столешница и темная стеновая панель. А что у нас тут? Матовую пленку можно выбирать любую. Да, материал корпуса ЛДСП, фасады МДФ. Так вот. Ладно, пойдемте что ли дальше посмотрим.